Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня, подожди, барон. Сегодня 21 мая. Домой его унеси. 2022 года. У нас уехал в новый дом щенок Лайки. Лайка вот так вот против. Говорит, зачем отдали сыночка. Грей у нас уехал, серый кобелек. Если сейчас отзвонятся мне наши знакомые, которые хотели кобеля Лайки с белым... А выпускай чихуашек с белым пятнышком, то у нас остаются Лайки, две девочки в продаже в свободной. Ну чего, то проситесь, то гулять не идете. Идите гуляйте. Да, Барси переживает. Ай, Левка! Роксолана вышла сама гулять. Тессонька, Яночка. Погодка сегодня просто шикарная. Шикарная. Ну нет, не бесите вы ее. Идите сюда на солнышко. Смотрите, как хорошо. Не бесите собаку. Ой, какие собачки погулять вышли. Какие собачки погулять вышли. Две девчонки Лайки тогда остаются в продаже. Брюс остается с нами. Грей Графович Барсяткин уехал к папе жить. Молодцы, делайте делишки. Погодка классная. Левчик. Рокси носится. Птюх, 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 птюх. Кто такие собачки-бабачки вышли погулять и дуванчики понюхать? Так, а что ты, Магнатик, ко мне на ручки залезаешь? Магнат у нас в продаже, вот этот красавчик. Чай, Ёлька, дуванчиков нанюхалась? Молодец. Молодец. Офелия в продаже, вот эта вот красоточка. Вот этот мальчик шоколадный с белым в продаже. Милорд. Милорд, его брат Магнат. Вот он, Магнатик, классный парень. Малышка Одри в продаже, белый шоколадный триколор. Миледи дома белая шоколадная. Нимфа Найджел, он рыжик носится в одуванчиках. В продаже Пигмалион черный с белым, красавчик. Что, так много одуванчиков, все нанюхались, пчих-пчих. Все делишки умеют делать дома на пеленку в плохую погоду. В хорошую погоду дома, в дома на улице в травку. Делают делишки. И да, что характерно, я сейчас просто не сняла на видео, но надо было, вот, кстати, заснять на видео слова владельцев нашего Грея, щеночка от Барси. Когда они увидели щенков Лайки вживую, они сказали, ну, я ежедневно практически с самого рождения делала видео про щеночков Лайки. И когда люди приехали, они сказали, боже, какие они маленькие, мы хотели. Ну, когда мы смотрели ваши видео, мы думали, они раза в два больше. А когда мы приехали выбирать своего мальчишку, оказалось, что они совсем крошечные щеночки Лайки. Вот так вот видео искажает. Вот Барси. Вот так вот видео искажает реальность. Не только чихуашки смотрятся на видео большими, но даже щеночки Лайки, которые, мне казалось, и так не маленькие. Но на видео они смотрелись еще больше. Так, что у нас опять? Кот у нас дома. Что у нас там творится? Что у нас там жизнью кто-то недовольный? Кто-то скандалит. О, перчатку нашли. Папа вчера работал. Перчатку Роксолана нашла. О, как замечательно и весело.
Порядок в доме с чухуашками гарантированно обеспечен. Все, что вы потеряли, все найдут, все принесут. Перчатка — дело нужное. Сейчас будем строить, сказали ребята. Без перчаток нам, ну, никак. Рокси, рыжая шпулька. Ох, ох, ох. Да, поснимать вас, конечно, сложновато. Ох, скажи, как здорово. Какая сегодня погода классная. О, Господи. Ой, ой. Какие все злые. Три щеночка в кадре, готовы к продаже. Шоколадный, бело-лиловый я бы его назвала, потому что пятна у него не рыжие, не серые. Они непонятного оттенка. Нос у нас коричневый. Вот эти два братишки ждут мамы, пап. И вот эта принцесска, нимфа Найджел, рыжик наш с шоколадным носом, дочь Викуськи, тоже ждет мама, пап. Папа вчера нам тут парник копал. И теперь у нас вот там вот целая куча земли. Будем строить грядки, сажать туда кабачки и тыквы, как в прошлом году. И вот эта земля очень привлекает чихуашек. Они еще пока не поняли, как туда добраться, но сейчас они это сделают. Будет хана. О, копатели пошли помогать мамке грядки сажать. Я представляю. А вот это весело, да. Вот это весело, вот это весело, это здорово, это весело. Это еще лайки сюда не добрались. Так, пока что-то похожее было на грядку. Ой, какой кайф. Грязище. Как весело. Пылище. О, Лёва. А Лёва потом ко мне в кровать придет весь такой. Красавчичек. Ой, Лёва, блин. Ой, смешной. Варсечка, да подожди ты, Господи. Маркуша там вся вытирается аж об землю. Юля, чего ты? Какая, говорит, прелесть эти ваши грядки. Барон, наверное, не видел. Барончик очень любит рыхлую землю. Лёва, у тебя только грива от Лёвы осталась, да? Все остальное вылезло. Жулька. Пахтюлька. Сегодня я не знаю, сколько у нас градусов, но прямо лето-лето. Тепло-тепло. Все, наковырялись, больше не интересно. Ой-ой-ой-ой. А там-то что?
Пойдемте посмотрим, что они там увидели, интересно. Аф-аф. Аф-аф. Варежка, кошечка, язык на плечо, жарко, ребята. Вишенка цветет. Яблонко бутончики собирает. О, белые тюльпанчики. Как видите, маленькие с резными лепестками откроются. А чего на фазанов-то орете, интересно мне знать. Удивительные. Удивительные ребята. Я все жду, когда у меня маленькие коротенькие тюльпанчики откроют бутончики. Вот эти вот с резными лепестками. Да, Ян? Интересно, скажи, как это будет выглядеть. Интересно, как это будет выглядеть. Да. А здесь какие? Смотри. Нарциссы не ждать? Ой. Ну чего на фазанчиков-то орете? Одуванчиков. Я сегодня уже целое ведерочко собрала одуванчиков для черепашек, попугайчиков, улиточек. Офелия, красоточка, травочку кушает. Вот эта красоточка у нас в продаже. Витаминки, да. Какая классная погода. Птички поют, небо чистое. Клен уже распускает листики. Вишенки цветут. Будьте здоровы, живите богато. Ой, Роксолана тут носится. А вы в тенечке чем-то занимаетесь, да? Травку тоже кушают, ай, молодцы. Смотрите, какой красавчик. Ждет мама, пап. Ну, ну, ну. Так, скажи, а мы в тенечек, что нам там греться на солнышке? Пиончики в огороде выросли еще маленькие, а около дома, там более солнечная сторона, там такие уже огромные пионы стоят. Вообще. Красота. Ковер из одуванчиков. Нимфа, Найджел, рыжик в продаже. Уже кастрированная, до первой течки. Что снижает риск развития рака молочной железы у девочек, не в зависимости, независимо от того, вязали их, не вязали их. Потихо-потихо, Янка, обезьянка. Ну, вот такие новости у нас на сегодняшний день. Погодка сказка, цветет черемуха, чихуашки счастливы и довольны. И Левчик. Я ж не могу, но он везде ножку задирает, но это же вообще.
чудо в перьях. Милка. Желаю вам, дорогие друзья, шикарного субботнего дня, вечера, отдыха, хорошей всем погодки, отличного настроения, как у наших чихуашек. Зона закапывает мама за тоников. И папа идет. Папа за тоников Энтони. Малыши открыты для резерва. Два мальчика похожи по окрасу на папу, скорее всего, будут. Я вчера смотрела фотографии маленького Энтони. В принципе, вы тоже можете посмотреть не только фото, но и видео, каким Энтони был малышом. Он рожден в декабре, 29 декабря 2019 года. Есть видео также от рождения, его мама Юля, папа министр. И что хотела сказать, что The Tonic'и, особенно два братишки, Феликс, Фаберже и Фараон, ну прямо копия маленького Тоника. Ну копия. Один в один. И вот теперь могу даже по лайкам сказать, по щенкам лайки, что видео сильно увеличивает. Люди были в полном шоке, когда они увидели борсяток. Сказали, какие они крошечные. Я говорю, ой, я так привыкла это слышать про наших чихуашек, про которых всегда говорят, какие у вас большие чихуашки на видео. И когда в жизни все, увидев наших чихуашек, говорят, какие они маленькие. Ну, про борсят я, конечно, такого не ожидала. Я думала, что, в общем-то, борсятки, они далеко себе не маленькие. Но оказывается, на видео они еще больше, чем в жизни. Вот так вот видео увеличивает. Ну, мы давно с вами знали, дорогие друзья, по, скажем так, даже людям, да, артисты в кино, которые снимаются. Всегда говорится, что камера человеку прибавляет артисту плюс 10 килограмм. То есть, если в жизни человек худенький, то в кино на камере он будет смотреться, ну, так скажем, нормальный. Если он более-менее, так скажем, нормальный, то он будет смотреться пухлым. Хотя это далеко не так. Вот про собачек то же самое в жизни. Лайки у нас, оказывается, маленькие. Я бы такого не сказала про наших борсяток, что они маленькие. Мы вчера их взвешивали. Наши лайки весят в среднем 3 килограмма. То есть был кто-то поменьше 3 килограмм, был кто-то побольше 3 килограмм. Ну, где-то 3 килограмма. Можно сказать, как наши некоторые наши взрослые чихуашки также весят 3 килограмма. Вот. Я сегодня очень удивилась, когда сказали, что наши лайки в видео в 2 раза больше, чем в жизни. А в жизни типа малявки. Ну, не знаю. Мне так кажется, для возраста 1 месяц наши лайки не малявки. 3-килограммовые борсята. Вот Левчик, он малявка. Левчик весит 1,936 кг. Мы его взвешивали в 5 месяцев. Лев. Лев наш. Но по размеру он малявка. Юля, блин. Вот если, Лёва, ты сейчас какого-нибудь шмелика схватишь, будет ай-яй-яй. Ой, Роксолана. Ну, наш характер, наш. Так, да, скажи, а воды-то там и нет. И одуванчик надо, вот Рокси. И одуванчик надо, и в бассейн надо, и в песочек надо. Ага, нашли водичку. Жарко, скажи. Да. Милочка, жарко, зайка.
Черным, скажет собачкам, еще тяжелее на солнышке. А киска с Сомкой кайфует, с Прянькой сидят. Ой, ой. И что мы там увидели, что мы там услышали? Тут же озвучили все. Марконя, ну ты-то хоть не поддавайся панике. А папа что ли это? Ну что на папу-то? Реально, Лёва. Надо подальше, скажи, отойти. Красота. Погодка шепчет. Ой, папа выпустил маленьких. Боже, боже, кто к нам пришел? К нам пришли Услада, Тамерлан. Кто у нас там еще остался-то? А больше никого. Ника к нам. А, Тришка наша несется. Ой, господи, папа вынес их. Вот папа жалостливый, потому что добрый папа человек. Я так не поступаю с чихуашками. Либо сам выходишь по лесенке гулять, либо дома сидишь, завидуешь. Да, Триша обрадовалась жизни. Выпустили Тришу, Сладу, Тамерлана. А Нику не выпустили. А Ника боится. Вот и сидит дома Ника наша. Да, тут, скажи, веселые игры. О, Левке сейчас будет весело. Он что-то очень обижать у Сладу стал. Левка наша. Ну вот, парни поиграли. Так поиграли, братишки, что аж разодрались. Они домой побежали. Вот такие вот. Если их выносить принудительно, они такие вот. Их вынес, они тут же убежали обратно домой. Надо ждать, когда сами начинают спускаться. Тогда, ой, кто присол, кто присол, кто присол, кто присол. Во. Ну. Ай, ай. 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 Ну-ка, не трогать! Так. Рокси! Так, Рокси! Да что же вы усладу-то вскушиваете? Рокси! Что ж такое-то, а? Да что такое, Рокси? Да что вы ополчились-то? Рокси! Ты борзая какая, а? Так, Услада у нас в продаже. И Тамерлан бело-рыжий. Так, Рокси! Да что на нее ополчились-то, господи? Такая боевая у нас Усладка была. Переехала в соседнюю комнату. Ага. А то Ванчик Тришка нашла. Тришка наша малышка, дочка Юльки, остается с нами. Ой, Услада продается. Не крупная девочка. Я же за позу, Лариш. Поза задумчивости, попой кверху. Ага, думаю, говорит. Перевернуться мне или не перевернуться? Все-таки я решила перевернуться. Здорово. Что? Ну, сладко. Что они тебя решили слопать-то? Куда-то Мерлан-то уже умчался. Ой, хватит тебе чихать, господи. Блин, Ариша. Лев лежит в клевере. Ну, кого там папа еще выгнал из дома? Засидельцев домашних. Миледи там, Никуся. Но это те, которые в этой части комнаты. Те, которые во второй комнате с малышами. Там у нас течные. Они гулять сейчас не пойдут. У нас тут парни гуляют. Ой-ой. Сейчас заначки нашли какие-то из дома, приперли. А тут этим... Ой-ой-ой, Тамерлан несется. Вот Тамерлашка тоже в продаже. У Тамерлана черный нос. Черный нос. И рыжие пятна. Вот он, мальчик в продаже. Эти ребятки уже тоже полностью привиты. Чипированы, прошли карантины.
Это дата рождения 24 января 2022 года и 4 февраля 2022 года Услада. Услада Малявка, Тамерлан, сын Юльки, красавчик. Стандартный будет. Вот такой красавчик Тамерлан в продаже у нас. Все, помирились? Ой, Ника, тебя тоже выкинули на улицу. Какая прелесть. Папа всех выкинул на улицу. Это наша Ника. Она родная сестра нашей Одри, Офелии. Вот ее. Дочь Симоны, прянюшки. Где Симона наша? Господи! Дома все дружно живут. На улицу вышли, решили поругаться. Вот удивительно. Тришка что-то маленькая у нас тоже. Триша, ты что малявка? Ой, зато веселая. Ой, зато веселая. Вот такая триш. И Эмилия, кстати, наша Мила. Она тоже дочка Юли. Можно сказать, это сестра Триши. Вот эта вот пушистенькая девочка. Никуся. Тетя, папка выпустил на солнышко. А вот ее мама Симона. А это Никуся. Ой, как хорошо на солнышке. Ох-ох-ох, Триша и Лева в одуванчиках. Будете потом муж и жена, когда подрастете? Потом. Фото на память. Будущие муж и жена. Вот так вот скажи. Вот Лёва тоже становится что-то крутой-прикрутой. Чё ты на всех бычишь-то, Лёва? Малявка такая, кошмар. Вот кто-нибудь сдачи-то тебе даст, Лев. Ты даже не надейся, что так все прокатит тебя, всех обижать. В разные стороны побежали такие. Ника. Ника. Тусик, Жорку, Мосик, Жорку. Иди в тенечек. Ой, травка вкусная. Рокси, ну не тронь ты ее, господи. Что за собаки? Вы же чихуашки, а не питбули. А, сладкая одуванчик нашла. Сладочка в продаже. Ой, господи, Буся. Очень ласковая, очень веселая. Вот такая прыг-скок. Так, где-то ее мама вон к нам попкой стоит. Умочка. Ну, здорово. Здорово. Так, дорогие друзья, у меня последние минуточки на карте памяти. Если резко прерывается запись, значит, время на карте памяти просто закончилось. Поэтому заранее еще раз с вами прощаюсь. Выбирайте себе питомцев. Самое время. Лето. Для того, чтобы вырастить щенка крепким, красивым, здоровым. На солнышке, на воздухе, на природе. И чего там у нее нашли такого интересного? Ой. Ой. Лёвка смешной. Чертёнок. Хочется кого-то поснимать, а я даже не знаю, как это сделать. Вон Янка у нас одна лежит такая. Не убегает никуда. Ну. Да, все интересно.
Уже все убежали. Вот Одри у нас в продаже, девочка. Белый шоколадный триколор. Бровки коричневые. Янка наша.